Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adam Nato Space, и сегодня я бы хотел рассказать вам о таком малюсеньком наборчике, который продавался в 900 каком-то году, или даже, в 90 каком-то году он продавался. У него названия вообще нету, если честно. По-моему, я вот в источниках проверял своих, на сайтах лазил. По-моему, у этого набора даже нет названия, но это король на... такой лошади еще старой, которая ничего не двигалась, кроме головы. Ну и в этом наборе одна мини-фигурка, как-таки не странно, и одна лошадь. Лошадь, думаю, вы все знаете, в ней, в принципе, ничего такого особенного нету. Ну и давайте посмотрим на мини-фигурку короля. Король здесь очень классно выполнен. Единственное, что у меня не от него, так это щит. Щит должен быть с таким вот львом, но тут тоже лев, я подумал, что... Ну, какая, в принципе-то, разница? Лицо льва или весь лев такой золотой, тоже красиво. А у него, к сожалению, немножко стерся меч золотой, вот эта золотая краска. Она со всех мечей стиралась. Вот у меня вот такой еще есть. И такая корона. Но они уже шли с этим королем. Это из Лего, только Касл. У него плащ должен быть синий, а синего нет. Ну, в общем, такая вот мини-фигурка. У него есть принт на теле. Сзади ничего нет, и вы уже видите, что он такой немножечко пошарпанный, но все, потому что раритет. Ну и лицо такое, бородатое. Вот и доказательство, что это Лего, вот есть пимпочки. То многие мне пишут, это не Лего, это все ты купил китайское, но этого набора даже в китайских Брик или каких фирмах нету, и вот это леговский. Я рад, что у меня есть такой набор, у меня еще много по Fright Nights, ну, мини-фигура как бы наборов нету. Ну, думаю, на них тоже сделать обзор. С вами был я, Dominato Space. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.